На конкурс 10 читающих мужиков я ел 9 лет. Басня Левич, Рак и Щука. Иван Андреевич Крылова. Когда в товарищах согласен, на латы дело не пойдет, и выйдет из него не дело, а только мука. Однажды Левич, Рак и Щука вести из пропажи возы вместе вместе трое все они его принес. Из кожи лезут вон, а лозу все не входу. Похоже бы это не казалось слегка. Талевич рвался в бока, рак пялится назад, а щука тянет спору. Да виноват с ним, кто прав, совесть не нам, да только вождь и ныне там.